Всем добра, меня зовут Николай, сегодня коротенькое видео по поводу уровней громкости в вашей DAW и в вашей системе Windows. Поехали на экран. Часто встречающаяся проблема на самом деле, и у меня в том числе. Сводите проект, с ним вроде все в порядке, уровней достаточны или даже больше, давайте послушаем. Минус 1 дБ, минус 13 люфс. Сведение, конечно, ну так себе, но сейчас не об этом. То есть по громкости все в порядке. Давайте попробуем теперь отрендерить этот фрагмент и посмотреть, что получится. Собственно, он отрендерился. И смотрим, как он у нас воспроизводится в обычном AIMP. И его практически не слышно. Ну, понятно, можно поднять громкость здесь. Где еще можно поднять громкость? Естественно, громкость Windows. Ну, уже получше. Уже получше, но в Reaper было громче. И тут возникает вопрос. Почему рендер конечный тише, чем то, что вы слышали при сведении? На самом деле он не тише, просто не все ручки громкости расположены так очевидно. В Windows есть еще один микшер громкости, который расположен здесь. И здесь в вашем проигрывателе может быть настроена отдельная громкость, которая еще делает чуть тише конечный ваш рендер. И вот теперь они примерно на одном уровне. Также нужно понимать, что здесь, ну, как и в вашем секвенсоре, тоже может быть отдельная регулировка выхода. Причем не мастер трека, а именно выхода. Но видео как бы не об этом. И, собственно, то, о чем видео, я уже, в принципе, рассказал. Если у вас вдруг появляются подобные проблемы, теперь вы, я надеюсь, будете знать, где искать. Еще подобные регулировки находятся вот в этих настройках. Повторюсь, вот отсюда их можно достать. Здесь общая громкость и есть отдельная громкость для различных приложений. Также подобная проблема может возникнуть и с любым другим приложением. Сейчас регистр какой-нибудь откроем. У него будет отдельная громкость. Она точно так же может быть уведена куда-то вниз, и вы когда-то это сделали и забыли. Так что есть смысл проверить, если вдруг у вас появляются подобные проблемы. Вот, в принципе, на этом все. Большое спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться, ставить лайки и как обычно. И надеюсь, у вас подобных проблем больше не будет. Всем добра, не забывайте творить музыку.